Друзьяки, всем привет, с вами Роман Чегло и канал «Время, деньги, еда». И мои любимые подписчики. Но, к сожалению, не все. А почему? Потому что не все еще подписались. Вот там вот кнопочка, колокольчик, нажимаем уведомление, дынь, и вы не пропустите ни одного нашего выпуска. Подписываемся и начинаем готовить. Как вы поняли уже по названию, мы будем сегодня готовить шаверму, шавуху, шаурму, как угодно. Но как бы вы ни говорили, все мы любим шаверму. Кто-то любит с говядиной, кто-то с курицей, кто-то с креветками. И да, я тоже люблю с креветками. И сегодня я вам хочу показать шаверму ту, которую обожаю, которую люблю я, которую мы готовим дома часто. И это очень вкусно, потому что у нее особенный соус. Но перед тем, как начать готовить, мы сначала по формату нашей передачи взвешиваем все ингредиенты, потом засекаем время, потому что мы должны узнать, сколько времени нам уйдет на приготовление шавермы. И в конце мы подведем итоги, сколько нам эта шаверма будет стоить по деньгам. Что нам для этого понадобится? Так как у нас шаверма будет с креветосами, собственно говоря, креветосы. У меня креветочки в соусе пиль-пиль. Знаете, где я их взял? Сам вчера приготовил. Как мы это сделали, вы можете посмотреть вот там внизу по ссылочке в описании. Мы там готовим в духовочке креветочки. Очень вкусно. Что нам понадобится еще? Сладкий чили соус. Его можно купить в любом супермаркете. Непосредственно сам лавашек, куда мы будем заворачивать. Огурчик, помидорчик, яблочко. Вы спросите, а что здесь делает яблочко? Вот, собственно говоря, яблочко будет входить в наш крутейший соус к этой шаверме. И салат ромэн. Все, начинаем взвешивать наши ингредиенты. 82 грамма креветок. Сладкий чили соус 45 грамм. Огурец 118 грамм. Яблоко 135 грамм. Помидор 122 грамма. Лаваш 1 штука. И нам понадобится, думаю, 3-4 листья салата. Вот, собственно говоря, и все ингредиенты, которые нам понадобятся для того, чтобы приготовить что? Правильно, шаверму с креветками. Включаем секундомер и начинаем готовить. Полетели! Полетели, начинаем готовить нашу шаверму. Креветосы. Как я говорил, у меня уже креветочки готовые. Вы можете взять сырые креветки, обжарить их по 30 секундочек на сковородочке. Можете отварить креветки. Да, если вы любите это быстрее, купить уже отварные, их кипяточком обдать и сварить. У меня были вот такие. Мы берем и креветочки, что делаем? Режем их точно так же, как вы любите. Я не люблю нарезать мелко, чтобы они терялись. Я люблю, чтобы они были нарезаны, но и чувствовались в кусочки. Поэтому я креветочки режу на кусочки и смешиваю. Все. Креветосики порезали. Класс. Оп. Дальше. Нарезаем помидорчик. Отрезаете справа от жопки. Раз, два. И делаете одно движение. А здесь уже вырезать ничего не нужно. И нарезаете помидорчик. Все. На самом деле, смотрите, нам понадобится половина помидора. Этого точно хватит. Поэтому вторую половинку мы что делаем? Мы убираем. Точно так же нам не понадобится весь огурец, нам понадобится его половина. Поэтому мы почистим половинку огурчика. Смотрите, кто-то нарезает овощи полосочками, огурчик, там, салатик, помидорчик, а потом выкладывает. Я люблю все нарезать кубиками. По той же причине, чтобы все перемешалось и все ингредиенты попадали в один укус. Поэтому помидорчик, креветочку, салатик я тоже нарезаю довольно-таки мелко. Оп, веселуха. Огурчик. Огурчик. Теперь нам листья салата. Нам понадобится, я думаю, раз, два, три. По три листика в каждую шаверму. Так как мы готовим две шавермы, нам понадобится 6 листиков. Ну, возьмем на всякий случай 7. Вот хрустяшка, это то, что нужно. Вот теперь, я думаю, достаточно. А теперь мы это берем вот так вот. Чик.
И это все перемешиваем. Сейчас скажут, руками. Почему руками? Потому что я готовлю для себя и друзей. Начинка у нас готова. Теперь нам нужно приготовить соус. Соус, собственно говоря, готов. Но нам сюда нужна небольшая кислинка. Для этого мы возьмем кислое яблочко, почистим его. Почистили. Теперь мы берем терочку. Где наша терочка? А, терочка настоящая. Берем тарелочку. Тарелочка. Где эта тарелочка? А вот тарелочка. Берем тарелочку, яблочко. И на терочку натираем меленькое яблочко. Готово. Оп, все. Теперь нам нужна ложечка. И в наш соус теперь мы добавляем вот эту вот пюрешечку яблочную. Клац. Бомба, еще. Наверное, все яблочко мы добавим, и будет то, что нужно. Смотрите, соус стал белым. Ну, практически белым. Яблоко кислоты добавило. Смотри. То, что нужно. Так, заворачиваем нашу шавуху. Берем лавашик. Оп. Разделяем пополам. Клац. Начиночку тоже делим пополам. И что? И насыпаем. Раз. Два. Плотненько ее поджимаем. И поливаем соусом. Включаем нашу сковородочку на разогрев. Снимаем блокировочку, включаем на программку. Теперь мы берем вот эту вот, вот всю нашу шавермочку. Заворачиваем. Поджимаем. Клац. Клац. Поворачиваем. Вторую. Раз. Два. Три. Все, теперь мы берем соусец. И вот так вот его поливаем. Все, я думаю, достаточно. Теперь берем вот так вот. Оп, заворачиваем, подворачиваем, подворачиваем и заворачиваем. Раз и два. Все. И на сковородочку клац. И эту на сковородочку клац. Все. Обжариваем. Все. Выключаем. Со всех сторон мы ее обжарили. Вот одна получилась то, что нужно, а вторая так себе по красоте. Поэтому мы берем ту, которая красивая, выключаем, разрезаем. А? А? Класс? Эту мы, конечно же, тоже берем. С этой стороны красиво, с той не очень. Шаверма готова. Время останавливаем. 26 минут нам понадобится на то, чтобы приготовить две шавермы с креветосами. Теперь мы это все убираем и подведем итоги. Пробуем. Пусто. Это вкусно, это сочно, это в меру остренько, в меру сладенько, креветочка нежно, бомба, пушка, ракета. Не, это охеренно вкусно. Смотрите. Итого, подведем итоги. 26 минут у нас ушло на то, чтобы приготовить две шавермы. Охеренно авторские, крутые две шавермы. И они нам обошлись по деньгам
$2.60. То есть одна шаверма $1.30. Как вы думаете, стоит ли дома приготовить за $1.30 шаверму с креветками? Это реально охеренно вкусно. Всего лишь $1.30 и 26 минут. Друзья, я даже не сомневаюсь, что это стоит приготовить. Это охеренно вкусно, и такого вы точно не пробовали. Приготовьте, и вы в этом убедитесь. С вами был Роман Чегло, канал «Время, деньги, еда». Подписывайтесь, колокольчик. До новых встреч. Кушайте вкусно, готовьте дома. Пока-пока.